тебя увидишь. Я сегодня дневные войны придумал. Такую шутку слышал когда-нибудь? Эй, хозяин, дай хлеба, а то носу в тапки. Видно? Да, тебе вот по глазам видно, что тебе плохо. Вот видишь в глазах? Не, там зрачки такие. Кого плакать хочешь? Как, Серег, смешно звучит? Ну, я про тапки говорил. Не, я тебе даже не пристаю. Оно мне не надо. Не даю. Сейчас что ты делаешь? Ничего. Ладно, Серег, выздоровлю. Так я теперь ночную королеву могу приводить. Прикинь. У меня вот тут сосед поселился. Он, короче, это самое, как матрас поселил. И типа у меня теперь двухспальная кровать. А вон они лежат на столе. Передоз. Нет, это передозировка будет. Хуже будет? Конечно. Но. Ну, как оно обвинит. Вот, хватит. Тебе помогали? Да. Мне помогли в первый же день. Сколько ты? Ну, штуки 4, наверное. За раз? Нет. Я вот сейчас назад. Я вот днем и вечером. Потом вечером. Дневные войны. Поработать, да? Да. Вот он. Нет, работать не стоит, а вот отдохнуть стоит. Валяться вот так, да? Ну, не умирать, а просто порядок себя приводить. Ну, спать чаще. Я не могу, я спать, понимаешь? А, ты не можешь? Я проваляюсь где-нибудь. А. Нет, надо работать. Кому как? Ну,